8 марта – весенний праздник прекрасной половины человечества. В этот день традиционно представители сильного пола поздравляют женщин и девушек всего мира с их праздником. Вот и мы решили спросить у мужчин нашего города, что бы они хотели пожелать нашим очаровательным дамам. Всех хороших, замечательных женщин с праздником. Всего хорошего, самое главное – здоровья. Ну и всего-всего-всего. Поздравляю с праздником весны женщин нашего города. Желаю весеннего настроения, счастья, успехов в жизни. Ну, всем желаю здоровья, главное. Хорошего настроения, благополучия, семейного счастья, всего-всего самого хорошего. Мне бы очень хотелось поздравить свою дорогую мамочку. Она у меня такой замечательный человек. Это какой-то, наверное, ангел для меня. Я очень рад, что у меня есть такой человек в жизни. Это замечательная женщина, замечательная мама. Я ее обожаю, люблю и очень ценю. Хотел бы больше ей давать своей любви, но я очень ее люблю. Пускай она это знает. Моя дорогая мама, люблю тебя. И хотел бы пожелать счастья, здоровья с нашим женщинам. Они у нас прекрасные. В России у нас самые хорошие женщины. Самые милые, самые красивые. Пускай всегда остаются такими же. Желаю счастья, здоровья, благополучия, чтобы было все хорошо, чтобы было здоровье, а это самое главное. Великий праздник, 8 марта. Я желаю всем женщинам, ну и девушкам, конечно же, красоты, чтобы они были самыми красивыми на свете и всегда любили своих детей. Здоровья, остальное будет. Счастья, здоровья в этот прекрасный день, чтобы ваши родные, близкие были здоровы, и чтобы вам подарили много цветов и всякого разного добра делали. Желаем хорошего весеннего настроения, чтобы близкие любили, да, оберегали и всегда помнили, что мы с вами должны быть вместе всегда. Здоровья, удачи, благополучия, и чтобы цвели как цветы жизни наши. Без женщин и мужчин-то не было бы, и не состоялись бы они как мужчины. Ну а что женщинам пожелать? Чтобы были всегда потрясающими, привлекательными, толкали мужчин на безумные поступки, ну а в доме всегда был уют и порядок. Я поздравляю свою маму, бабушку с этим, с 8 марта. Это поистине великий праздник, который заслуживают все женщины на этом свете. Люблю я женщин разных, особенно прекрасных. И молодых, и старых. Ах, как я их люблю. Люблю простых и классных. Люблю, когда контрастных. А вообще не важно. Я женщин всех люблю.